Каспийске сегодня простились с заслуженным работником культуры Республики Дагестан Владимиром Дмитриевичем Цаур. Скорбная церемония прошла в здании Дворца культуры, директором которого он являлся долгие годы. Проводить в последний путь режиссера театра пришли близкие, друзья и коллеги по работе, кто вместе с ним бок о бок поднимал культурную самодеятельность нашего города. Его помнят как человека ответственного и преданного своему делу. Ему было подвластно таинство искусства, которое безгранично воздействовало на душу зрителя. Режиссер – заслуженный работник культуры Республики Дагестан. Человек, которого просто любили и уважали. Владимир Дмитриевич Цаур ушел из жизни в возрасте 69 лет. Проститься с ним пришли родные, близкие и простые горожане, поклонники его творчества, многие из которых не сдерживали своих слез. Лишились замечательного гражданина, каспичанина. Человека высокой культуры, человека веселого, жизнерадостного, человека, с которым было легко, просто. И самые, может быть, сложные моменты в жизни, они проходили на волне легкости, на волне самопознания и на волне взаимопонимания. Это был человек, для которого сложные моменты в жизни, они как-то скрадывались его внутренним, духовным содержанием. Дворец культуры ранее объединял 25 творческих коллективов, участниками которых являлись около 500 человек, без которых не проходил ни один праздник в городе. С большим успехом публика встречала постановки Владимира Цаура. Народный театр, руководителем которого он являлся, существовал с 1968 года. Коллектив неоднократно становился лауреатом всероссийских конкурсов. В репертуаре театра как классика, так и современные спектакли. Режиссером-постановщиком коих являлся сам Владимир Дмитриевич. Под его руководством были организованы кружки художественной самодеятельности. Очень много детей, которые здесь занимались. Он был с ушой, он все это организовывал, и мы буквально ждали его сейчас, вот к 70-летию Победы. Он все наши праздники на заводе проводил он. Весь коллектив завода скорбит по поводу безвременного его ухода. Мы приносим искренние, значит, соболезнования семье, детям, близким, друзьям. И в наших сердцах он всегда будет как прекрасный человек, мы его прекрасно знаем. Последние годы Владимир Цау работал над различными постановками. Это эстрадно-юмористическая миниатюра «Мы едем в Крым и едем в Америку». За вклад в дело сохранения, развития и популяризацию любительского театрального искусства, по оценке компетентного жюри, Народный театр драмы и комедии Дворца культуры на Республиканском фестивале народных театров «Маска» награжден дипломом лауреата и признан лучшим народным театром. Все это было возможно благодаря кропотливой и неустанной работе Владимира Дмитриевича Цаура. Шахнабат Кулиев, Алексей Колесников, новости Каспитова.